שבת שלום. שבת שלום. אנחנו ממשיכים את הלימוד של קולוסים מפרק 1. Мы продолжаем изучать послание колоссянам с первой главы. לפני כן אני רוצה לציין כמה דברים. До этого я хочу напомнить несколько вещей. לפעמים אנחנו לוקחים ספר מסוים ולומדים אותו בקהילה. Иногда мы открываем определенную книгу и изучаем ее более глубоко в нашей общине. דנים על זה או נותנים שיעורים יותר עמוקים. Мы даем более глубокие уроки, углубляемся в эту книгу. כביכול תיאולוגיה. И это теология. וחשוב להגיד שהתיאולוגיה לא לומדים אותה בשביל התיאולוגיה, בשביל לאסוף עוד מידע. И важно сказать, что теологию учат не ради самой теологии, не ради того, чтобы набраться еще больше информации. Или אנחנו לומדים תיאולוגיה לשם практика. Но мы учим теологию для того, чтобы потом применять ее на практике. וחשוב כל פעם שאנחנו קוראים דברים לא מובנים. И очень важно, что когда каждый раз мы читаем какие-то непонятные вещи. או כן מובנים. Или даже понятные вещи. לראות איך אנחנו יכולים ליישם אותם בצורה פרקטית בחיי יום-יום שלנו. Чтобы мы знали, каким образом мы можем практически применить их в нашей ежедневной жизни. להתעמק בדעת אלוהים. Как мы можем углубиться в познание Бога. ולא להיות רק הקוראים של הדבר, אלא גם העושים של הדבר. И быть не только слышателями слова, но и исполнителями. אנחנו קוראים בקולוסים 1. Мы читаем из Колоссянам 1 глава. בפסוק 10 כבר קראנו אותו שבוע שעבר. На прошлой неделе мы закончили читать 10 стих. קראנו אותו שבוע שעבר אחד מהם. И мы читали несколько стихов на прошлой неделе. אני רוצה לקרוא אותו עוד פעם כי זה מאוד חשוב, פסוק 10. Но я хочу также еще раз сегодня прочитать, это очень важно. למען נתלכו כיהוד לפני האדון, ככל חפצו, למען תניבו פרי בכל מעשה טוב, ותגדלו בדעת אלוהים. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. הגדילה הזאת בדעת אלוהים היא מאוד מאוד חשובה. Это возрастание в познании Бога очень важно. ואם אנחנו נקרא שניהם מהושע 6:6. Если мы прочитаем из Оси 6 глава, 6 стих. כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעלות. Книга Оси, 6 глава, 6 стих. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений. אז דעת אלוהים. Боговедение, познание Бога. זה מה שהכי חשוב. Это что-то, что очень важно. מכל דבר אחר, מכל קורבן שנביא. Это намного важнее всех всесожжений, которые и жертв, которые мы можем принести ему. וזה למה אנחנו באים לפה, לומדים. Из-за этого мы собираемся здесь и изучаем его слово. בשביל באמת לגדול בדעת אלוהים, לדעת אותו. Потому что действительно это важно укрепиться в познании Бога, познать его. שמילה תיאולוגיה זה בדיוק מה שזה אומר. И теология — это то, что, в принципе, это и значит. שזה חקר אלוהים, הדעת של אלוהים. Это и узнавать Бога, познавать его ближе. אז אנחנו כן נמשיך בקולוסים. И мы да продолжим изучать послание колоссянам. אבל כל פעם שלנו במחשבה איך זה קשור אלינו ואיך זה יכול להיות פרקטי בחיים שלנו. Ну каждый раз у меня возникает мысль, как это связано с нами и как это практически можно применить в нашей жизни. אז אנחנו ממשיכים בקולוסים א' מ-19-23. И мы будем читать сейчас колоссянам 1 глава с 19 по 23 стихи. כי כן היה רצון לשכון בו את לשכן בו את כל המלוא ובמצאותו לרצות אל עצמו את הכל. אין מה שבשמיים ואין את מה שבארץ באמצעותו. בעשיית שלום בדמו על הצלב. אתם לפנים הייתם נוכרים ואויבים במחשבותיכם ובעושיכם הרעים. אבל כעת עשה ריצוי בגוף בשרו על ידי מותו, כדי להציגכם לפניו קדושים, בלי מום ובלי דופי. אם אמנם עומדים אתם מבוססים ויצבים באמונה. ואינכם מרפים מהתקווה הכלולה בבשורה ששמעתם. היא הבשורה שהוכרזה לכל הבריאה מתחת לשמיים. ואני שאול הייתי לה למשרת. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота.
и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плотью Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собой. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. אז אנחנו נחלק את זה למספר חלקים קטנים, כל פסוק או שניים יהיו כמו השיעור. Мы это местописание разделим на несколько частей, и каждая часть будет отдельным уроком. נתחיל מ-18 ו-19 ביחד. И мы начнем с 18 и 19 стихов. נקרא את זה עוד פעם. Прочитаем еще раз. И он есть глава общины, он начаток, первенец из умерших, дабы ему во всем иметь первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. בעברית כתוב הוא ראש של הגוף. На иврите написано он есть глава тела. וברוסית כתוב. А на русском написано он есть глава общины. Церкви. Он есть глава тела. פה כתוב церкви ברוסית ועוד בכמה תרגומים. Здесь написано церкви и в нескольких еще переводах также. אנחנו מדברים פה על המשיח, על התפקיד שלו. Мы говорим про Машеха и про его про его должность. יש חלקים רבים בגוף, בגוף המשיח. Есть различные части в теле Мессии. והוא הראש. И он есть глава. ובאמת חשוב לקרוא את זה בעברית, כתוב שהראש הוא הראש של הגוף. И очень важно читать это на иврите. Написано, он есть глава тела. לא כנסייה, לא קהילה. Глава тела. Тут тоже написано глава тела. Глава тела, церкви. А, окей. И он не только глава тела церкви, глава тела общины, он глава тела. ובגוף אנחנו יודעים שיש איברים רבים ושונים. Мы знаем, что в теле есть различные органы и у них различные цели. אז זאת אומרת, הגוף המשיח צריך להיות שונה וזה בסדר. И мы знаем, что тело Мессии должно быть разным и это нормально. אבל יש את ישוע שהוא ראש של הגוף. Но есть Иешуа, который является главой тела. שבראש יש בדרך כלל מוח. И в голове обычно находится мозг. והוא בעצם שולט על כל הגוף, הוא נותן לו הוראות איך לזוז. И как известно, мозг дает указания всему телу, что делать и как двигаться. הוא גם עושה הכל שהגוף הזה יעבוד בהרמוניה. И он также делает так, что все это тело будет двигаться и действовать в гармонии. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, את שני הדברים, שישוע הוא ראש של הגוף. И очень важно понять эти две вещи, что Иешуа есть глава тела. ואנחנו הגוף ואנחנו שונים. И мы тело, и мы члены тела, которые отличаются друг от друга. אלה בתוך הקהילה, אם זה בקהילות השונות. И разные общины также отличаются друг от друга. אז שוני זה לא דמיר דבר רע. И отличие это не всегда плохо. ולפעמים זה דבר טוב ונותן כוח. И иногда это хорошо и даже дает нам силы. וכל אחד מביא את הנספח שלו לגוף, את היתרונות שלו. Потому что каждый для тела может использовать свои преимущества. לכן אין לו זכות לשפוט אף אחד אחר שהוא לא כמונו, לא חושב כמונו. Потому что поэтому у нас нет никакого права судить кого-то, кто отличается от нас или кто думает по-другому, чем мы. וישוע הראש. Потому что Иешуа есть глава. כתוב שהוא ראשית הבריאה. Написано, что он начаток творения. הוא הבכור בין כל בין המתים. И он первенец из умерших. ואנחנו צריכים להבין שהוא מחבר לתוכו את הכל. И нам нужно понять, что он в себе объединяет все. הוא המפתח לכל, לעבר, להווה ולעתיד. И он ключ к прошлому, к настоящему и к будущему. הוא מחבר באמצעותו את כל ההיסטוריה מהעבר עד הסוף. И он держит в себе всю историю с прошлого и до сегодняшнего дня. וגם מחבר את השמימי ואת הארצי. И он также соединяет с собой земное и небесное. זה ממש, ממש חשוב להבין ולדעת אותו, כי הוא זה שמת בשבילנו. Очень важно опознать его и знать его, потому что это הוא тот, который для, за нас умер. והתפקיד שלו זה הרבה מעבר לעשה הנשחט. И его цель была, и его должность была не просто агнец, которого заклали. הוא מחבר את כל הנקודות למען תמונה אחת גדולה שאנחנו לא מבינים תמיד. Он собирает все эти пункты ради одной большой картины, которую мы не всегда способны увидеть. שאולי אנחנו נבין
מאוחר יותר בחיים שלנו. Может, когда-нибудь в будущем в нашей жизни мы сможем понять ее значение. ומה שממש חשוב להבין זה דבר אחד. И то, что нам прежде всего важно понять. שאנחנו לא מבינים כלום. Что мы ничего не понимаем. וכשאנחנו יוצאים מנקודת ההנחה הזאת. И когда мы исходим из такого состояния. שתמיד יש לנו מה ללמוד. Что всегда нам есть чему научиться. אז גם אנחנו נותנים לאדון ללמד אותנו. Тогда мы позволяем Господу учить нас. וגם לקבל את האחר שהוא אחר בגוף. И мы также сможем принять другого в теле, который отличается от нас. בסדר, נמשיך לפסוק 20. Давайте мы продолжим и прочитаем 20 стих. ובמוצאותו לרצות אל עצמו את הכל, אין מה שבשמיים ואין מה שבארץ, במצאותו בסיעת שלום, בדמו על הצלב. И чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста и земное и небесное. והשאלה באמת, למה הוא צריך קורבן כזה קיצוני? И вопрос такой, почему нужна была такая жертва? בשביל לרצות את אלוהים? Для того, чтобы угодить Богу. בעצם לעשות שלום בין שני צדדים? То есть примирить две враждующие стороны. כי זה קורבן מאוד מאוד קיצוני, אז מה קרה בעצם שאנחנו צריכים קורבן כל כך חזק, שהוא בין אלוהים עצמו? Почему нужна была такая критическая жертва, почему нужно было бы, чтобы Сын Божий умирал? ואיך בכלל הגענו בתור אנושות להיות במלחמה עם אלוהים עצמו? И как мы, человечество, стали врагами Богу? אז כאשר אלוהים ברא את כל העולם הזה, את כל האנשים, когда Господь сотворил весь этот мир и всех людей, הייתה לו תוכנית והיינו חלק מהתוכנית שלו, у него был план, и мы были часть его плана. הוא נתן את החלק מהסמכות שלו לבן אדם, он дал часть своей власти человеку. נתן את הכוח שלו, אנחנו רואים את זה כבר בגן עדן אצל אדם, и он дал силу, свою силу человеку, мы это видим уже в Эдемском саду, какая сила была у Адама. אנחנו גם יודעים שאנשי אותו הדור של ספר בראשית הרבה יותר חכמים ואינטליגנטים מאיתנו. И мы знаем, что люди первого поколения из книги Бытия были намного умнее и развитее нас. אז אלוהים רצה שאנחנו נעבוד איתו בהורמוניה ונפתח את מה שהוא ברא, את העולם הזה. И Бог хотел, чтобы мы действовали с ним в гармонии и развивали этот мир. אנחנו משהו מאוד מאוד חשוב במכונה הזאת. И мы что-то очень важное в этой в этой цепочке. וזה לא רק לעבוד במלכות שלו, אלא להיות באמת חלק מהמלכות שלו, להיות בקשר איתו. И мы должны были не только работать ради его царства, но быть частью его царства и быть на постоянной связи с ним. הוא נתן את הסטנדרט שלו לאנושות, היה את הכל בשביל להצליח. И он дал свой стандарт человечеству и дал все для того, чтобы человечество преуспело. ולאורך ההיסטוריה אנחנו רואים איך בן אדם עושה מאמצים גדולים בשביל להתרחק מאלוהים. И мы на протяжении всей истории видим, как человек изо всех сил старался для того, чтобы отдалиться от Бога. הוא רצה לנתק את עצמו לגמרי ולהיות אלוהים לעצמו. И он хотел полностью отпустить от себя Бога и быть Богом для самого себя. שזה בעצם התרחקות מתוכנית אלוהים. И это было отдалением от Божьего плана. על זה הם הוסיפו חטא. На это они наложили грех. וחטא ואלוהים לא יכולים למצוא ביחד. הגרех и Бог не могут существовать вместе. והמרחק התחיל להיות ממש גדול. И поэтому эта пропасть стала расширяться. וגם אין יחסים וגם אין פעולה. И не стало отношений и не стало никакого содействия. ומה שאני מדבר עכשיו, האנשים הראשונים של ספר בראשית, אפילו עם ישראל. И первые люди из книги Бытия и даже народ Израиля. אי אפשר להשוות אותם לאתאיסטים. Невозможно их сравнивать с атеистами. זה ממש לא אותו דבר. Это не то же самое. אתאיסט הוא לא מודע לאלוהים, אין לו שום היכרות לאלוהים. Атеисты не знают Бога, они не верят в него. והם מתרחקים בכלל מלהתקרב ומלהקשיב. И они отдаляются от того, чтобы слушать что-то, что связано с Богом. האנשים הראשונים של ספר בראשית וכולי, הם כן הכירו מי זה אלוהים. Первые сотворенные люди из книги Бытия, они да знали, что есть Бог и кто такой Бог. הם הכירו את הסטנדרט שלו, אנחנו רואים בכל מיני סימנים, היה להם חוק מסוים. И они знали его стандарты, у них был определенный закон. אבל הם החליטו בהחלטה מאוד מאוד משמעותית לקחת ולהרחיק את עצמם ממנו. Но они совершенно ясным, осознанным решением решили отдалить от себя Бога. אם אנחנו אפשר לראות זה במגדל בבל. И это мы можем увидеть при строении Вавилонской башни. למה הם בנו את המגדל? По-
Почему они хотели построить эту башню? Локем рацу ласот изе машу гадоль ве маршим ве яфе. Не потому что они хотели просто произвести какое-то строение красивое. Эм амру, кен еш элоим, анахну йодим шата каям. Они сказали: да, мы знаем, что есть Бог, мы знаем, что ты существуешь. Анахну холхим ливнот машу негдеха. Но мы сейчас построим что-то против тебя. Анахну холхим ленасот литмарет беха ве лилахем беха, анахну йодим шата каям. Мы знаем, что ты существуешь, но мы сейчас приложим все усилия для того, чтобы взбунтоваться против тебя и подняться как можно выше. А сипур шела мабуль за ото сипур. И рассказ про потоп то же самое. Дварим руханим аю мурбавим им дварим арциим. Духовные вещи смешались с земными вещами. Анашим мой мод мод мудаим ла улам рухани. И люди знали, что существует духовный мир. והם עשו כל כך הרבה מאמצים בשביל למרוד וללחם בזה. И они столько усилий приложили для того, чтобы взбунтоваться и воевать против духовного мира. וזה באמת מלחמה נגד אלוהים, כי הם ידעו שהוא קיים. И это была настоящая война против Бога, потому что они прекрасно знали, что он есть, существует. ואז הם הביאו להרס עצמי, כי זה ממש נגד התוכנית הבריאה שלו. И тогда они привели себя к самоуничтожению, потому что сделали все, что противоречило Божьему плану. ואפשר לראות גם את אותו דבר ביציאת מצרים. И то же самое мы видим при выходе из Египта. הם ראו את אלוהים בעיניים שלהם. Они видели Бога своими глазами. הם ראו ניסים, הם ראו עמוד האש, עמוד ענן. Они видели чудеса, они видели облачный и огненный столб. והחליטו לעשות דברים אחרים לגמרי, משהו שירחיק אותם מאותם הניסים. И приняли решение делать совершенно другие вещи, которые их отдалят от Бога. ואנחנו בתור בני אדם, אנחנו מחליטים את ההחלטה הזאת. И мы в качестве людей принимаем это решение. להעמיק את הקרע או לתקן. Мы можем этот разрыв или углубить, или исправить. ולכן היה צורך בקורבן שהוא ממש קיצוני, כי העולם נהיה ממש קיצוני לצד השני. И поэтому была нужна эта критическая жертва, потому что этот мир находился в критическом состоянии. כל מרד שלנו בתור אנשים מאמינים או כל חטא, каждый бунт и каждый грех, который совершил человечество, то мы продолжаем делать сегодня, даже те люди, которые знают Бога. Все это отдаляет нас от Него, потому что Бог просто не способен находиться в этом грязном состоянии. ואז אלוהים היה שולח שליחים ונביאים לעמים. И тогда Бог посылал посланников и пророков к народам. תחזרו בתשובה. Он пытался вернуть к покаянию. לחזור לתוכנית הראשונה. Он пытался народ вернуть к первому плану. לפעמים זה קצת הצליח, לפעמים בכלל לא. Иногда это имело успех, иногда совсем нет. ולא רק נביאים נשלחו לעם ישראל, גם לעמים אחרים. И пророки были посланы не только к народу Израиля, также и к другим народам. וזה בדיוק כמו במשל עם הקורם. И это то же самое, как в той притче с виноградником. С виноградником. כל פעם הוא שלח, הבעל הכרם שלח אנשים לאותם פושעים. Как хозяин виноградника постоянно посылал слуг к этим злым виноградарям. הוא אמר, זה לא עובד מה שאני עושה. И он понял, что это не работает, то, что он делает. אז אני אשלח את הבן שלי. И тогда он принял решение послать своего единственного сына. כי אין יותר מזה, אין יותר קורבן יותר אולטימטיבי מזה. Потому что нет более критической жертвы, чем его сын. אז ישוע שהוא עשה הנשחת, זה לא רק בשביל למות על החטאים שלנו וזהו. И поэтому ישוע, который стал закланным агнцем, он умер не только за наши грехи. הוא רוצה להחזיר אותנו לתוכנית הראשונה. שהיה אצל אלוהים כשהוא ברא את הכל. Он это сделал для того, чтобы вернуть нас к первоначальному плану, который был дан Богом. להיות חלק מהמלכות, להיות חלק מהעשייה, לקבל את הסמכות. Для того, чтобы мы были частью царства, частью его плана и приняли его власть. אם אנחנו נקרא מיוחנן 14:20. Если мы прочитаем из Иоанна 14 глава 20 стих. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Здесь очень, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень сложная система. И именно для этого пришел Иешуа.
для того, чтобы вернуть нас в эту систему, там, что Он находится в Отце, и мы в Нем. То давар, за то мамад, то малхут. То есть мы на том же статусе, в том же царстве. С одной стороны, это просто понять, с другой стороны, все это сложно. Зачем и мы ему нужны, в принципе? Но для того, чтобы развить и разрасти, чтобы этот мир разросся, он сотворил для этого нас. אבל ישוע אומר, אני רוצה שאתם תהיו בי. ישוע говорит, я хочу, чтобы вы были во мне. כמו שאני בתוך האב. Как я нахожусь в своем отце. אותו דבר, אותו חדר, תיצרו לכם בראש מה שאתם רוצים. Вы можете в своей голове нарисовать любые картины. אני תמיד מצייר עיגול אחד גדול. Я всегда в своем разуме рисую один большой круг. בתוכו עוד עיגול. В него, в нем еще один круг, который как является Иешуа. А в кругу во втором, который Иешуа, маленькую точку, это я. И мы это то же самое, то есть это его желание, и для этого он пришел. Для того, чтобы мы вернулись и приблизились. Это огромная привилегия. Это большая честь. Но также это очень сильная и тяжелая ответственность. Потому что сами мы не можем это сделать. Поэтому он примиряет нас с Богом, поэтому он является этим мостом. ובגלל שכל אנשי התורה לא הצליחו לעשות זה כל הנביאים, כל השליחים, אז בסופו של דבר הבן נשלח. И из-за того, что как в той притче, когда не преуспели слуги, так же как в прошлом не преуспели все пророки, поэтому Бог послал своего сына. להחזיר אותנו לתוכנית ולמעמד. Для того, чтобы мы встали на первоначальный план и заняли наш статус. אנחנו נמשיך לרוץ על הפסוקים. Мы сейчас продолжим читать из послания Колоссянам. 21 и 22. 21 и 22. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою». Он делает нас святыми. אנחנו היינו זרים, הוא רוצה לקרב. Мы были чужими, он хочет нас приблизить. כתוב שכל המחשבות של האדם היו בשביל לעשות רוע. Написано, что все помышления сердца человеческого были зло во всякое время. והוא בא לתקן את זה. И он приходит для того, чтобы исправить это. והוא הביא את הכי יקר, את הכאב, את הגוף שלו. Он принес самое дорогое, он пережил боль и отдал свое тело. ודבר הכי הכי כואב שהוא לקח את עצמו והשפיל מהקדושה ומן הרוח ונהפך לבשר, שזה מאוד מאוד קיצוני. И самое критическое, самое болезненное, что он отказался от своей святости, одел человеческое тело для того, чтобы в этом теле умереть. אבל אם המעשה שלו הופך אותנו לקדושים ונקיים, если его поступок делает нас святыми и чистыми, אני חושב שלא. Я думаю, что нет. כי אנחנו עדיין חוטאים, אנחנו חוטאים היום. Потому что мы продолжаем грешить, каждый грешит каждый день. כתוב שהוא היה בלי מום ובלי דופי. Написано, что он был без пятна и порока. אנחנו לא בלי מום לדופי. Мы не являемся людьми без пятна и порока. אנחנו עכשיו יכולים לעשות תפילה של שעה. Мы сейчас можем целый час молиться. ולחזור בתשובה. И покаяться. ולהיות נקיים ולהגיד אמן. И быть чистыми и сказать אמן. ולצאת למסדרון שם. Потом выйти в коридор. ונתחיל לרחל, מה שאנחנו נעשה היום בשתיים. И начать сплетничать, чем мы собираемся заниматься сегодня в 2 часа. כי ככה זה. Потому что так оно и есть. זה בלתי אפשרי אחרת. По-другому, к сожалению, никак. כמו ששאול אומר, אוי, מסכן אני הבן אדם, כי יש פה חטאים, אין מה לעשות, יש פיתויים. Как Павел сказал, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? אבל כאן הוא כותב, כדי להציגכם לפניו קדושים, בלי מום ובלי דופי. Ну, написано, что он примирил нас, чтобы представить нас святыми и непорочными перед собою. תחשבו, ישוע לוקח מישהו מאיתנו, подумайте, что Иешуа берет одного из нас גדול, и берет нас в этот огромный мир, где сидит Творец мира. Умер, זה קדוש ובלי דופי.
И он говорит, вот этот человек с, без пятна и порока. Это немножко смешно. Я бы там просто упал на свое лицо. Но он берет нас на этот суд, являясь очень хорошим адвокатом. И он и наш свидетель, и наш адвокат. И он для нас как фильтр. Когда он представляет нас перед Богом, он встает перед нами, и когда Бог смотрит на нас, он смотрит через Него. И это наше наследие, это наша святость. Нам нужно понять, что полностью святыми мы никогда не сможем быть. Мы можем быть святыми только через Его жертву. Поэтому мы нуждаемся в Нем. Мы не сможем попасть на этот суд, прийти на этот суд без адвоката. Он святой, он без пятна и порока. И когда Бог смотрит на нас, он смотрит через него, потому что он стоит там. И мы продолжим читать, и мы поймем, какова наша задача, потому что и у нас есть задача. И мы не можем быть святыми, но мы действительно будем очень стараться приблизиться к святости. И мы должны понять, насколько мы должны схватиться за этого адвоката и прилепить его к нам. И мы можем быть святыми только через него, без пятна и порока, только с ним, потому что без него это невозможно. Нам нужен этот фильтр. И нам нужно пытаться изо всех сил. Мы сейчас прочитаем Псалом 18 на иврите. На русском 18. Псуким выходим 13-15. За 19, в иврите за 19. На иврите 19, на русском 18. Эзе псуким? 13-15. С 13 по 15 стихи. Да. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышления удержи раба твоего, чтобы, я не воз... чтобы не возобладали надо мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благогодны перед тобой, Господи, твердыня моя, Избавитель мой». 15 стих очень важен, мы действительно хотим, чтобы такова была наша жизнь. Чтобы то, что мы исходит из наших уст, и наши мысли были чистыми перед Богом. Но то, что те стихи, которые мы прочитали до этого, мы должны понять, что мы не можем делать сами. Но мы должны понять, что мы нуждаемся в этом. И нам нужна помощь, и Он может заплатить за это, чтобы мы могли пытаться исправиться. Мы прочитаем 23 стих. «Им умнам умдим атем мивусасим ויציבים באמונה, ואינכם מרפים מהתקווה הכלולה בבשורה ששמעתם, היא הבשורה שהוכרסה לכל הבריאה מתחת לשמיים, ואני, שאול, הייתי לה למשרת». Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Это важный стих, который завершает в себе всю эту главу. Здесь есть ключевое слово. И это и оно является триггером. И оно говорит, какова наша должность во всем этом рассказе. И это маленькое первое слово в 23 стихе. Им. Написано «если». Им за милат най.
Если это условие. Им они усе машу байскем. Если я выполняю свою часть соглашений. А за коли беседа. Тогда все будет хорошо. Им они улех негида искем. Если я иду против соглашения. А коли има машра. То все будет очень плохо. Ло е искем. То соглашение будет аннулировано. Анаху никфошен ли ромим, бешвил рак лихадед эт зе, ромим шмоне. Я хочу, чтобы мы перепрыгнули на Римлянам 8 глава, для того, чтобы еще раз понять это. Шмоне, тэйша, дэхадасра. Римлянам 8 глава, с 9 по 11 стих. «Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же Духа Мессии не имеете, то ты не Его. А если Мессия в вас, то тело мертво для греха, то Дух жив для праведности». Тут очень много «если». И написано, если только по духу живете, то так и так. Но если нет, как написано в 10 стихе, если Машиах живет в вас, тогда все хорошо. Тогда мы жив наш дух для праведности. Но если Машиах не живет в нас, что значит Машиах, который среди нас? Это можно увидеть в нашей каждодневной жизни, как мы себя ведем, разговариваем и так далее. И в 11 стихе написано, «Вы им рухоши ламаким от Иешуа мин аметим шохен бекербехем». זה שיקים את המשיח מן המתים, יחיה גם את גופכם בין התמותה על ידי רוחו שוכנת בקרבכם. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Мессию из мертвых оживит и ваши смертные тела духом святым, живущим в вас. תנסו שנייה לדמיין את אותו רגע שישוע קם לתחייה. Попытайтесь представить себе тот момент, когда Иешуа воскрес из мертвых. הוא שוכב מת בתוך קבר סגור, אטום. Он же лежит мертвый в этом в этой гробнице каменной. פתאום יורד איזה כוח אטומי ממש עצום וחזק. Вдруг спускается на него какая-то невероятная сила. עושה בו מה שעושה. Делает то, что она делает. ומקים אותו לתחייה. И воскрешает его из мертвых. זה ממש חזק, ואפשר להגיד וואו. אם אפשר להסתכל מהצד, להגיד וואו. Если вы представите эту картину, то можно сказать, вау, это невероятная картина. אבל מה שהוא מציין כאן, но то, что он здесь упоминает, אם רוחו של המקים את ישוע מן המתים שוכנת בקרבכם. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, אותו כוח עצום, האטומי הזה, המטורף, это невероятно огромная сила, אמור להיות בתוכנו, אמור. Должна жить внутри нас. Для тов и для ра. И к хорошему, и к плохому. Для тов, за кен лишь там есть бота кох, бота сам худ. К хорошему, для того, чтобы мы использовали эту власть. И для ра, за мишу, что я гидлену, что там аж то осед, за лобе седа. И к плохому, что то, что... Гидлену, что она хосит верну лобе седа, а за лобе седа. Чтобы эта сила, когда мы делаем что-то не то, говорила нам, что это плохо. אבל התוכנית שלו, שאותה כוח שאלוהים שלח בשביל להקים את ישוע לתחייה, התוכנית שלו זה בתוכנו, זה התוכנית. Но это и есть его первоначальный план, программа, чтобы та сила, которая воскресила Иешуа из мертвых, жила внутри нас. ופה יש פה הרבה מאוד אימים. И здесь есть очень много если. יש פה תנאים, יש פה הסכם, חתום. אם אנחנו עומדים בו, זה מה שיהיה. אם לא, יש לנו בעיה. Есть очень много если. Здесь есть подписанный контракт. И если мы стоим в условиях этого контракта, то все будет хорошо. Если нет, то у нас большие проблемы. Катув, им умнам умдим атем вусасим вейцевим беймуна. Написано, если вы... Пасук Исрави Шалош. Колосим. Колосим, кен. Если только пребываете тверды, непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования. Не отпадаете от надежды благовествования. А если нет? Если мы не стоим, не пребываем непоколебимыми в вере, ואם אין לנו בכלל תקווה, ואנחנו כזה, כל יהיה בסדר, לא בסדר, כבר לא משנה. Если мы, если у нас нет никакой надежды, мы живем сегодняшним днем, אז שאלה מה אז? Тогда что будет?
אז כל מה שקראנו לפני זה מתבטל. Тогда все, что мы читали до этого, для нас отменяется. כמובן זה רק דעתי, לא חייבים להסכים. Я думаю, что это, конечно, только мое мнение, никто с ним не обязан соглашаться. Но ככה אני רואה את זה, אם אנחנו לא מתהפכים את האמונה שלנו, מנסים לפחות לעמוד. Но так я вижу это, если мы не развиваем нашу веру, если мы хотя бы не стараемся стоять в Божьих стандартах. כי זה מה שאומר, זה מה שאתה חייב לעשות, וזהו. רק תתהפך את האמונה. То, что он сказал, это нужно делать и развивать свою веру. Я буду совершать все остальное. Я умер для тебя, я примирил тебя с Богом. Я верну тебе эту власть. Ты получишь эту силу. Ты будешь частью этого Царства Небесного, ты будешь во мне, я буду в тебе, и мы будем вместе делать разные вещи. Только если ты будешь стоять в своей вере. כי אחרת איזה מין מאמין אתה שאתה לא מכיר אותי בכלל. Потому что какой ты верующий, если это по-другому, ты меня совсем не знаешь. איך אתה יכול להאמין בי שאתה לא משקיע בלהכיר אותי? Как ты можешь верить в меня, если ты не прилагаешь никакого усилия, чтобы познать меня ближе? הרי אתה מאמין במשהו שאתה לא רואה בכלל. Как ты веришь в то, что ты никогда не видел? אתה אמור להרגיש, אתה אמור להבין, אבל אתה לא רואה. Ты можешь чувствовать, ты можешь понимать, но ты не видел. אותו דבר כתוב, העיקרון, יש הרבה מאוד עקרונות בכתובים. То же самое, есть очень много принципов подобных в Писании. אמונה שלנו חיה. Наша вера живая. אם יש בה מעשים. Если в ней есть дела. מה זה מעשים? Что значит дела? זה בדיוק אותם הדברים של הביסוס, של היציבות באמונה. Это те вещи, которые делают нас устойчивыми в вере. ואם אין בנו מעשים. Но если в нас нет дел. שווה. То, что это, чему это равно, что это равно тому, что наша вера мертва. И здесь есть это самое «если». Есть требования, есть условия, есть контракт. קראנו כבר בתהילים, אנחנו כן רוצים, אנחנו צריכים את העזרה שלנו, אנחנו צריכים לבקש את העזרה בשביל ללכת בצורה יותר יציבה. И мы читали в псалмах, что мы нуждаемся в этой силе, нуждаемся в помощи для того, чтобы идти прямым путем. ומה שמעניין באלוהים שלנו, שהוא בכלל לא מצפה שנעמוד בתנאים לבד. И Бог даже не ожидает от нас, что мы сами по себе сможем исполнить все эти условия контракта. Но Бог ожидает от нас, чтобы мы постоянно говорили Ему, «Я сам не могу, помоги мне». И это очень важно, чтобы мы и нашу часть соглашения выполняли. И чтобы мы поняли, что значит благая весть Евангелия. Все говорят, давай будем говорить благую весть. О чем и кому? Рассказ о благой вести, он не настолько прост для понимания. Я думаю, что эта часть, эта глава в Колоссянам объясняет, что такое Евангелие. Что пришел Сын Божий, стал плотью и умер для чего? לנקות אותנו, למות ושניכנס לגן עדן. יש פה הסיפור הרבה יותר גדול. Не для того, чтобы умереть и чистить нас, и чтобы мы пошли в рай. Здесь нам история намного глубже. ההתחלה של הקורבן המושלם היא מאוד מאוד חשובה. זה ההתחלה שלנו וזה הסוף. Начало совершенной жертвы, она очень важна. Это начало и конец. אבל אנחנו צריכים, כמו בכל חוזה, לקרוא את כל האימים. Но мы, как в любом контракте, должны прочитать и обратить внимание на все «если». Понять их и попросить помощи. Для того, что если мы хотим, чтобы Бог ввел нас обратно в свой первоначальный план. Это сотрудничество, которое мы делаем немного, и Бог со своей стороны много. פסוק 23, ואינכם מרפים מהתקווה. Написано, что если вы не отпадаете от надежды. לא להרפות זה להמשיך להחזיק בעברית. Не отпадать от надежды это продолжаться держаться за эту надежду. להחזיק ממש ממש חזק. Держаться сильно. אף אחד לא מצפה שנהיה מושלמים. Никто не ожидает, что мы будем совершенными. יש תמיכה חזקה ויש כל מיני עונות בחיים, כמובן. Естественно, у нас есть сильная поддержка, но есть разные ситуации в жизни. יש פתגם כזה אומר, כשאתה רץ למטרה, תרוץ.
И есть такое выражение, что когда ты бежишь к цели, ты беги. Но если тебе сложно бежать, то ты продолжай идти, но идти в том же направлении. А когда ты падаешь, то падай в том же направлении. Даже если ты просто валяешься на земле, но смотри в правильном направлении. Написано, я упал, но я встал. Но всегда в том же направлении, к той же цели, это то, что хочет Бог. И мы завершим из послания Иакова, первая глава, с 3 по 8 стих. שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות, אבל שתהיה סבלנות שלמה בפעלה, למען תהיו שלמים ובלא דופי ולא יחסר לכם דבר. איש מכם ממחסר חוכמה יבקש מאלוהים הנותן לכל, בנדיבות ובלא גערה, ותינתן לו. אך יבקש באמונה ובלי ספק. כי בעל ספק דומה לגלי הים הנדחפים והסוערים מפני הרוח. אותו האיש אל יחשוב כי יקבל משהו מאת אדוני. בהיותו איש הפוסח על שתי הסעיפים הפכפך בכל דרכיו. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, то допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром развиваемой, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не будет такой, не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Мне кажется, что это объединяет то, что мы прочитали. Мы можем понять, что есть Бог, есть определенная сила. Мы даже можем молиться Ему. Мы можем делать определенные религиозные обряды. Написано, что если у нас нет веры и есть сомнения, тогда нет никакого смысла молиться. Написано, что тогда ты не получишь. Когда тот же человек, который подошел к Иешуа, тот спросил его, веришь ты? Он говорит, помоги моему неверию. И он почувствовал, что он не верит, и он тогда понял свою проблему и сказал, ты помоги моему неверию. И это особенность нашего Бога, когда мы понимаем, что у нас есть духовная проблема, мы можем обратиться к Нему и попросить помощи. Это то, что мы прочитали с Колоссянам, это основа, к которой мы должны прийти. Мы должны понять, что без веры у нас нет ничего. И нам нужно проверять свою веру каждый день перед сном и думать о том, достаточно ли мы сделали в этот прошедший день. И слава Богу, что Он посылает разные испытания для того, чтобы проверить нашу веру. И экономические проблемы, проблемы в семье. Потому что это хорошо. Тогда мы видим, кто Он, каково Его величие, и как мы можем исправиться через Его чудеса. Если у нас есть хотя бы маленькая вера, как семя, то мы его увидим. אבל אם אנחנו מבינים שכבר אין לנו את זה, וכנראה שיש פה מישהו, כי לא סתם המסר הזה. Но если мы знаем, что нет даже этого, не просто так я говорю про это. אז לצעוק עליו, להגיד לו, תעזור לי בחוסר אמונתי. Тогда нужно воззвать к нему и сказать, Господи, помоги моему неверию. כי בעיה היא גדולה. Потому что такая проблема, она очень большая. אבל ההבנה הראשונה של בעיה זה כבר צד ראשון לפתרון. Но если вы понимаете свою проблему, то это уже первый шаг к ее решению. אז בוא באמת נתחזק באמונה. Давайте мы укрепимся в нашей вере. Нитkarev Elohim vuitkarev Eleinu. Приблизимся к Богу, и Бог приблизится к нам. Вы помните, я сет кола шар. И остальное все Он совершит. Аминь. Аминь.